В прошлом мы не найдем ответы на сегодняшние вопросы, но все-таки там есть опыт, там есть и плохое, там есть и хорошее, чему можно учиться, и плохое, от которого надо уходить. Поэтому, еще раз возвращаясь вот к артистам, с ними же это все связано. Конечно, есть режиссер, есть композитор, есть все остальное. Команда, да, значит, я хочу сказать, что это поколение, это, вот этих людей надо поддерживать всячески.